Всем привет! Меня зовут Евгений, и вы на канале торговой марки Marlin. Сегодня мы поговорим про отличную маску для снорклинга и дайвинга с прозрачным силиконом под названием Goa. Данная маска отлично подойдет не только для людей, которые уже знакомы с подводным миром, но и для людей, которые только планируют знакомство. За счет простой и надежной конструкции маску получилось сделать доступной по цене. Маска имеет двухстекольную конструкцию, а за счет больших углов и близкому расположению глаз к стеклам получился отличный обзор. Подмасочный объем сведен к минимуму, и вам понадобится минимально воздуха, чтобы выровнять давление на глубине. Стекло используется закаленное, о чем говорит надпись на стекле Temperate. Закаленное стекло отличается повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, а при сильном ударе разбивается на осколки с тупыми гранями, которые не способны нанести серьезных проблем глазам. Стекла крепятся в надежную рамку, которая выполнена из ударопрочного пластика. В данной маске используется силикон прозрачного цвета, что дает возможность пассивно увеличить обзор данной маски. Как это работает? В черном силиконе ваш взгляд ограничен размерами стекла и не дает бликов, что как раз подходит для подводной охоты. А в прозрачном силиконе вы сможете боковым зрением дополнительно уловить какой-нибудь яркий объект или движение, и потом уже повернуться и хорошо рассмотреть его. Силикон мягкий и гипоаллергенный, гарантирует максимальный комфорт при длительном использовании. С внутренней стороны можно увидеть силиконовый мягкий кантик, который имеет меньшую толщину и служит для максимального комфортного прилегания маски к лицу. Ярко выраженный нос данной модели способствует более легкой продувке на глубине. Пряжки с механизмом точной регулировки натяжения ремня установлены прямо на пластиковой рамке и делают маску еще более надежной. Крупная клавиша ослабления натяжения ремешка делает процесс регулировки легкодоступным на ощупь даже в неопреновых перчатках или в рукавицах. Стоит отметить, что мы не забыли про запасные части, и в случае поломки вы сможете обратиться к нам. Далее мы посмотрим на ремешок. Он также выполнен из прозрачного силикона, который имеет ширину 19 мм и отличную анатомическую форму, которая дополнительно добавляет удобства при плавании. Маска выпускается с черной рамкой. Комплектуется надежным пластиковым боксом для безопасного хранения и транспортировки. Сочетание отличного качества и доступной цены делает данную маску отличным выбором для любителей дайвинга и снорклинга, которые хотят получить максимум эмоций. На этом все. Меня зовут Евгений. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!